Доброго времени суток, МС на магазин Победа. По вашему запросу Realme C3. Так, по поводу... Телефон имеет вот такие вот глубокие очень царапины. Ну да, скорее всего, это даже трещины, а не царапины. Я думаю, на видео видно. Здесь вот тут небольшой скол на камере вверху. Деформированный корпус немножко. Запотевшая камера, но там не запотевшая, а пыль. 4G показывает, заряд идет. Так, сейчас сделаем, что попал. Прошу прощения. Так, дисплей работает замечательно во всех местах. По краям работает, там, где трещины, работают. Вожу, все отлично. Так, убираем. Камеры рабочие. Передняя, задняя есть. Работает. Так, сейчас мы проверим сигнал. В общем, телефон с такой ценой вообще отлично. Поддержка 4G есть, NFC есть, отпечаток пальца есть, звук идет. Датчик приближения работает, когда подносите к уху. Громкая связь есть. Появятся какие-то вопросы, оставляйте комментарии, снимем вам дополнительное видео. Ну так, в принципе, сам по себе телефон очень шустренький. Сейчас он работает от SIM. Работает прям максимально быстро.